Добрый день! Сегодня перед вами мобильная установка перемешивания. В данном видео представлена емкость на 100 литров, но по вашему техническому заданию можно изготовить любую. В себя включает устройство для перемешивания продуктов с регулировкой оборотов и питанием на 220 вольт. Изготовлен из нержавеющей стали, который соответствует стандарту GMP. Также есть цифровой счетчик с отображением пройденного объема продукта. Итак, давайте начнем. Вы посмотрите, как это все работает. С помощью потенциометра мы с вами можем регулировать скорость вращения. На этом все. Спасибо вам за внимание.